происходит. Время у нас, смотрите, сейчас 11:06. Еще полтора часа до обеда. Я вас приветствую, санаторий Южное Взморье. Сегодня у нас, точно скажу, 14 июня 2020 год. И я вам покажу, как функционирует пляж. Начнем мы с VIP-отделения и попробую объяснить, чем отличаются они. Да? То есть, если вы приходите сюда, вот такой вот голубой браслет, либо синенький, то вы берете, спокойненько заходите на пляж, либо даете книжечку. Вам здесь предоставляют полотенчика, холодная минералочка, толстый матрас, немножко такие прям под форму тела лежачки. Ну и, собственно, все, наверное, отличие от других как бы зон отдыха и пляж. То есть вам с собой на пляж нести те же самые полотенца не надо. Что мы здесь имеем? Есть душ с холодной горячей водой, также на пляже. Есть переодевалочки, да, в которых можно спокойненько прийти, отдыхать и наслаждаться. Также есть теневая вот эта зона, под которой можно получить тень. Здравствуйте. И дальше по услугам, да, здесь находится общий аэрарий, в котором можно, ну, подняться наверх и получить загар, чтобы получить, как бы, быть поближе к солнышку, так сказать. Имеется туалетный комплекс женский и мужской, их на протяжении всего пляжа, в принципе, два, да, то есть вы можете там или там посетить туалет. Это на самом деле просто великолепно. Также у каждого сектора пляжа дежурит свой спасатель, который следит, кстати, зона для курения. Их тоже две. На пляже на самом курение запрещено. Вот смотрите, как выглядит, то есть как люди здесь отдыхают. Вот они переодевалочки, вот еще дополнительный душ. Кто-то вот переместился туда, ближе к морю. Спрашивали меня, можно ли двигать лежаки. Я, честно, не узнавал, но я думаю, что вы можете двигать что угодно, куда угодно. Вам никто как бы за это ничего не скажет и, как говорится, не поругает. Потому что самое главное, здесь все построено на то, чтобы был комфорт для отдыхающих. Здесь можете смотреть, как все выровнено, сделаны настилы, чтобы непосредственно с этих навесов вы могли добраться до пляжа. То есть вот это у нас VIP-сектор называется. Здесь мы поворачиваем обычные сектора, и отличие, что минералку, полотенце вы носите с собой и чуть тоньше матрас. Ну, обычные лежаки, то есть без всяких там, так сказать, фишечек. Давайте мы поднимемся с вами в аэрарий и с него оглядим, во-первых, все пляжи, во-вторых, вы увидите, что здесь происходит. Сходят. Вот так вот отсюда прям вообще хорошо видно весь пляж. Вот поднялись, никаких теневых навесов, легли, переворачиваетесь, получаете непосредственный загар и отдых в полном объеме. Сочи постоянно то облачки, то тучки, и это немножко, как говорится, создает свою атмосферу отдыха. Потому что, ну, в принципе, не холодно, что так, у нас даже моментами, наверное, срывается небольшой дождик. У нас вот Светлана вышла сейчас на купание, и давайте посмотрим вообще на состояние моря и глянем. Здесь, по идее, можно отсюда, наверное, даже нырнуть, но этого делать не стоит, это опасно для жизни. Вот обратите внимание, как люди отдыхают возле моря. Здесь сразу глубина, то есть вы зашли и можно занырнуть. Поэтому, детки, видите, у кромки водички. Сейчас мы увидим купание Светланы. Но пока разглядим, что происходит вот на тех пляжах, которые находятся туда, в сторону. Что-то сегодня какое-то замыленное оно. Ну, ладно, посмотрите на ее канале. Купание в этот день, я уверен, что оно будет. Мы с вами отправляемся туда далее. И единственное, женский аэрарий не покажу, потому что там могут быть голые женщины. А мужской воду можно было по-женски, конечно, показать. Ну, это в следующем видео. Обязательно заходите, смотрите. Мы спустились вниз и давайте прогуляемся среди, так сказать, рядов лежачков и зонтиков, чтобы уже более конкретно прочувствовали, увидели, как здесь происходит отдых. То есть вам не надо ходить по камушкам, там мучиться. Все, вот каждому лежачку можно сказать, что ведет свой настил. Люди вам лежат, ставят, как им удобно, эти лежачки. И
получать от этого, думаю, еще больше удовольствия. Потому что, ну, как говорится, как по-другому настроить отдых на нужный лад. Я рад, что у них есть возможность такая отдыхать. Почему? Потому что я, допустим, за все время первый раз вышел в обед в море непосредственно. Ну, посмотрите вообще, как здесь все происходит. Не поверите, но сейчас, в данный момент времени, в пансионате довольно-таки уже много отдыхающих. И, наверное, все-таки максимальное их количество, кстати, как интересно, знаете, складывается, раскладывается, ручку покрутил, находится возле бассейна. Бассейн с морской водой, подогреваемый, температура больше, наверное, гораздо, чем здесь в море. В море с утра было 22 практически градуса. Как смотрится за ручку вместе. Море, какие молодцы. И на самом деле просто великолепно. Та же самая морская водичка. Так, смотрите, мы проходим здесь вот везде душики, в которых можно принимать омывание после моря. Хотя, честно, я искупался, соль не сковывает здесь. Это не Средиземное море, которым как бы вызывается именно из этого проблема. Здесь мы также видим, что работает спасатель, который контролирует данный сектор, чтобы людям было комфортно и безопасно тем, кто купается. То есть отдых по присмотрам – это то, что надо. На этот пляж никто не может попасть, кроме тех, кто отдыхает в данном санатории. Сейчас мы подходим уже к женскому аэрарию, в котором как раз-таки красотки получают, наверное, самый лучший загар, который только возможен здесь. Здесь на побережье у нас функционирует еще бар Садко, в котором можно пойти пожарить шашлычок, там заказать какие-то либо блюда, либо в вечернее время с видом на море употребить алкогольные напитки. Это тоже великолепно. И вот в том райончике, смотрите, у нас находится тоже еще один, туалетная комната. Так, что еще хотел сказать. Вот, смотрите, выглядит это женский аэрарий. Сектор D слева, сектор E справа. И мы сейчас с вами прогуляемся. Видите, здесь пляж только готовится, потому что загрузки не было в санатории. Сейчас вот массово начали заезжать люди. И ребята подвозят зонтики и готовят к открытию еще одни секции пляжа. Мы с вами заберемся вот туда сейчас наверх и посмотрим, как выглядит вообще этот аэрарий и для чего он предназначен во время более предмета. То есть бар, легкая музычка, телевизоры, то есть птенечки под сосенками. Это великолепно. Здесь также еще находится одно место для курения. То есть вот они раскиданы по бокам пляжей. И это, вот, не знаю, вот я, находясь и работая постоянно на пляжах, особенно когда воздух практически не двигается, для меня прям это критично было, что не хватает как бы воздуха из-за запаха сигарет. Сейчас вроде люди более осознательные стали, отходят подальше, но все равно попадаются и те, кто курит. То есть это мужской аэрарий. Сейчас я гляну, голых мужиков нет. Нет, все хорошо. То есть, вот смотрите, мы поднялись, и здесь вот по пояс меня не видно. То есть можно ходить вот так вот, дын-дылин-дылин-дылин, и вас там не видно. Говорит, привет, красавица, что вам там, все хорошо отдыхается, лег дальше, загораешь. То есть здесь солнышко скапливается, и мы получаем максимальный загар. Ну, собственно, наверное, это и все, что надо вам знать о пляжах. Пляжи очень ухоженные, очень красивые. Кому-то не нравятся буны, но кому они не нравятся, те не понимают вообще смысл этих бунов. Они не дают возможности, чтобы на пляжике смывался гравий. И этот гравий благодаря бунам сохраняется. То есть он получается у нас песчаный пляж. Если бы бунов не было, то течение бы оно уносилось то влево, то вправо, то еще куда-нибудь. Здесь у нас, видим, там свободный пляж. И очень много людей отдыхает на нем, потому что у них нет возможности купания в бассейн. Даже вот сегодняшний день я сейчас отправляюсь в бассейн, чтобы снять, смотрите обязательно про бассейн, посмотрите, сколько там будет народу. Пишите, как вам отдых в таких местах, понравился ли вообще этот санаторий по обзорам. Цена, конечно, не для всех, кусается, но
будем ждать, когда предложат мне обозреть какой-нибудь санаторий более недорогой. Не более дешевый, а недорогой, чтобы был всем по карману. Смотрите, друзья, возле пляжа непосредственно расположена еще детская площадка. Она огороженная, чтобы если, допустим, вы с детками отдыхали, там буквально только два выхода и все. То есть вы можете один из родителей, допустим, там купаться в море, другой вот здесь, допустим, сидеть и контролировать своих детей, которые играют там. То есть, допустим, не все хотят находиться. А пляж у нас в длину 400-450, мне точную информацию сказали, и метров 50, то есть занимает где-то 1,5 гектар. И давайте, я думаю, обзор будет не полный, если мы не включим в него одну из туалетных комнат. Отдельно можно отметить то, как это выглядит. Женский мы, конечно, отдел не сходим. Надеюсь, там сейчас никого нету. Не потревожим. Да. Бесплатный туалет, просто пляж. Когда у нас в Анапе заходит разговор о бесплатных туалетах, не забывайте лайк поставить, очень часто звучат такие слова, что ну вот, бесплатный не может быть хорошим. Ну, смотрите, то есть никакой вычурности, ничего. То есть, единственное, что там, да, такое шикарное лобби, можно сказать. Даже здесь Юра снимает обзоры на туалеты. Но это реально круто. То есть ты вышел с пляжа, пришел, помыл руки, сделал свои дела, пришел опять, помыл руки и пошел на пляж. Совершенно спокойно, а не бегаешь тут. 10 рублей я взял, а не взял, ай, беда. Это ненормально. Бесплатные должны быть туалеты на пляжах. На этом обзорчик, я могу считать, по пляжикам закончен. Ну и пошел на бассейн поснимать, как там отдыхается. Всем пока, хорошего настроения, друзья, и таких вот чудесных видов на море и чистейшие пляжи, где нет ни мусора, ни бычка, ничего. Все великолепно.